части Красной Армии Юго-Западного фронта, прорвав линию обороны противника, освободили около 100 населенных пунктов. Противник оставляет на поле боя пик, вооружение, беспорядки отступает на запад. Плоский сбор. Не такую грозу видал наш паровоз. Слушай, фронт. Через одну минуту передаем письма родных бойцам, командирам и политработникам фронта. Через одну минуту слушайте письма родных. А ты мне напишешь? Напишу. Теперь все радиописателями стали. Я хоть и не писатель, а старшему сыну так написал, сейчас услышишь. Как? Я недели жду своего. Прихожу, а мне говорят, через неделю, дорогой родитель, у всех сыновья на фронте. Позвольте. Да, я сам поеду. Нельзя, дорогой родитель. У всех сыновья на фронте. Ждите очереди, дорогой родитель. А очередь глазом не окинешь. Она здесь. Не будем мешать, а? Сзади, ход. Пошли. Постой. А письмо? А? Вот тут присядем и все услышим. Так? Лучше ничего не могла придумать. О, милая моя. Слушай, Южный фронт. Передаем письмо отца капитану Иво Георгиевичу Гигаури. Запишите текст письма. Товарищ полковник, квадрат номер 10 разминирован. Разрешите приступить? Отлично. Послушайте, это, кажется, ваш отец говорит. Дорогой сын, сегодня у меня большая радость. Нарком обороны удовлетворил мою просьбу. Да. И направил узнаю свою отцовский часть размах. Младшего брата, Отара. А что? А ваш брат тоже горячий? Да. Похож на меня. Товарищ полковник. Неустанно громи проклятых врагов. Товарищ полковник, разрешите приступить к выполнению задачи. Исполняйте, капитан Гигаури. Есть. Мы все здоровы. Передай ему свой боевой опыт. Закаляй его. Он не осрамит нашу фамилию. Воюйте, сыновья, за счастливую родину, за свободу, за Сталина. Твой отец Георгий Гигаури. Ну как? Хорошее письмо. Даже похоже немножко на мое. Но. На. Продолжаем передачу. Ты что, старик? Я говорю, хорошее письмо. А слышал он сам. Конечно, слышал. Походная. С этой песней мы с отцом будем водить эшелоны к вам на фронт. Хорошо. Будем вспоминать тебя. А я с этой песней пойду в бой. Да. И буду думать о тебе, Манана. Пошли, старик. Чем позже ты вернешься, тем лучше. Прощаемся. Нет, будем вместе. Thank you.
Через этот мост русские будут гнать эшелоны за эшелонами. Почему не взорван мост? Да ну, 23-й полк Великой Германии не успеет отойти. К черту 23-й полк! Господин полковник. Минируйте все подходы. Взорвите мост! Мин aussetzen. Zu Befehl. Links zwei, rechts eine. Jawohl. Zwei Minen Смотри, его все семафоры закрыли. Мост взорван. Приказано задержать эшелон. Слыхал? Да. Значит, опять работа для нашего батальона. Опять. Чинки да починки. Скука. Что я, боец или земляков? Сержант Гигаури. Вольно. Тоже родной брат называет. А выговаривается капитан. Фронт. Капитан Гигаури, полковнику. Есть. Сержант Гигаури, без отлучки быть наготове. Есть быть наготове, товарищ капитан. Частично взорванный мост, это значит, противник рассчитывает еще вернуться. Установить понтоны и гнать отступающего противника за реку. Есть установить понтоны и гнать отступающего противника за реку. Выполняйте. Товарищ генерал-майор, по вашему приказанию явился начальник восстановительных работ, полковник Шевелев. Прошу вас. Со мной инженер-капитан Гигаури. Развитие нашего наступления во многом зависит от того, когда вы восстановите мост. Какой срок, товарищ генерал-майор? Самый короткий. Понятно. Этот мост не только от берега к берегу. Это мост к нашему наступлению, к победе. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песни заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Порута! Тише! Интересное письмо. Интересное. Но по-грузински. Девушке пишешь. Хочешь, я прочту? На вот. Прочти. Сейчас. Прочти. А ну-ну-ну-ну. Сейчас я разберу. Моя дорогая, любимая мона. Имя-то ты знаешь. А вот ты прочти дальше. Если б ты знала, как я скучаю по тебе. Не забыла ли ты меня? Каждый день я тебя вспоминаю. Как я тебя люблю. Клянусь. Черт проклятый. Ты правда знаешь по-грузински? Клянусь. Идя в атаку, все будут кричать. Ура! А я банана. Врешь. Конечно, вру. Хочешь, я скажу тебе, что ты будешь кричать, идя в атаку. В атаку мы все с одним именем пойдем. А вот ты... Прочти это. Так.
это я не могу. А вот про любовь я могу читать на всех языках. Вольно, товарищи. Ваш брат? Не брат, а капитан. Запомните, боец Сергеев. Товарищи, получено боевое задание. Здесь оставили. Товарищ капитан. Стой. Не трогать. Товарищ Козлов, приступайте к разминированию. Есть. Выполняйте. Приступить к разминированию. Товарищ капитан. Боец Сергеев, ко мне! Разминируйте. Есть разминировать. Сдайте оружие. Есть сдать оружие. Ну, выполняйте. Остальным отойти на 25 шагов и лечь. Высадить десант в районе взорванного моста и одновременно разведку противника атаковать с воздуха. Разрешите разминировать под Дикой Розой. Сдайте оружие. Остальным отойти на 25 шагов и лечь. Как, сержант? Порохом пахнет. Тихо. Капитан, подходы к мосту разминированы. Отлично. Продолжайте работы. Есть. Глубина 12. Высота 8. Ширина 0,5. Давай. Давай, давай. Пошла. Thank you.
Да-да! Отвечает, товарищ капитан! Передайте, мы окружены! Товарищ капитан, не отвечает. 135, говорит Александр. 135. Александров! Товарищи, приемник упал! Святой Александров! Данными вручить лично полковнику Шевелеву. Есть вручить лично полковнику Шевелеву. А мост будем держать. До свидания. Кто это ты? Прощаешься. Так просто. Все возможно. Позывные вашего штаба. Не знаю. Слушайте до конца. Вы вызовите штаб и передадите. На мосту все в порядке. Работы продолжаются. Войска не смогут подойти, пока не будут разминированы подходы. Ждите сообщения. Ждите сообщения. Подпись Гигаури. Я передам, а вы убьете. Дурачка нашли. Нам ваша смерть не нужна. Будем говорить, как деловые люди. Нам нужно, чтобы вы вызвали штаб. Поверите? Согласен. Предупреждаю. Один неверный звук и...
0.35. Говорит Александров. Говорит Александров. 0.35. 0.35. Говорит Александров. Говорит. Отвечает. Это я, Александров. Мост окружен. Эйфель, Сондерметр. Мост окружен, товарищ полковник. 09, 09, Александр, Александр, 09. Только начал, замолчал. 09. Продолжайте вызов. 09, Александр. Пропуск. 09. 09. Где полковник? 09. 09. Разрешите доложить, товарищ полковник. Докладывайте, сержант Гигаури. По приказанию капитана Гигаури явился доложить. Мост окружен десантом противника. Численностью одной роты. Решающий удар нанесет мотоотряд. Отряд поведет сержант Гигаури. Товарищ майор, немедленно выслать подкрепление. Есть, вызвать подкрепление. Куда? Спасибо, Петрась.
право. Мое будущее. Это твои предки. Твои предки. Нет, товарищ капитан. Ты почему не спишь? А? Ило. Уже месяц они на рельсах. Да, письмо с соседней станции. Что? В двух шагах. Рядом. Как? Отпусти, Илюша. Здесь фронт, а не беседка для влюбленных. Убегу. Что? Посажу. Знаю тебя, капитан. Некогда, Тар. Вот сдадим мост, и тогда... Что тогда? И тогда тоже будет некогда. Знаю, знаю. Вот утром пройдут эшелоны. Обниму своего старика. Только ли старика? Ну и Манан, конечно. Как можно встретить машиниста? Ну да, и не поцеловать помощника. Где же ты, моя судьба? Разыскивай. Пойми, дочурка, здесь фронт. Тем лучше. Значит, Отар и Ило рядом. Я их найду. Что ты о них знаешь? Почтовый ящик 209, а фронт от Белого моря до Черного. Буду спрашивать. Кого спрашивать? Всех. Ну, хотя бы. Товарищ. Скажите, вы не знаете, где капитан Гигаури? Здесь, на мосту. Скоро увидитесь. Что? По вопросу и ответ. Товарищ полковник, батальон закончил работы в 6.00. Испытания проведены. Бойцы производят разборку лесов под мостом. Вольно. Вольно! Как мост? Мост готов, товарищ полковник. Поздравляю, капитан Гигаури. Этой заслуги командование не забудет.
отстал. Пошли, пошли. Сержант Гигаури ко мне. Вольно. Ну, что скажете, сержант Гигаури? Гордитесь братом? Горжусь капитаном, товарищ полковник. Да, капитан Гигаури. Там на паровозе вами интересовалась хорошенькая девушка. Что? Да-да. А это не мною, а братом, товарищ полковник. У него же там невеста на паровозе. Ах, братом, невеста на паровозе. Разрешаю вскочить на паровоз и проехать один перегон. Есть вскочить на паровоз, проехать один перегон. Ну, встречайте. Минен лов. Эрсте. Лов. Кайте. Лов. Ритте. Генерте. Тревогу! Разобрать леса под мостом! За мной! Прикажите! Разведать берег выше заграждений! Есть! Этого допустить нельзя. Идут эшелоны. Ступайте на берег. Есть! Отставить разборку лесов! Бойцы на берег! Остановить эшелоны! Бойцы на берег! Товарищ полковник! Последние мины следует мосту! Сержант Гигаури! Взорвали мину! Мина? Кто взорвал мину? Сержант Красной Армии. Отар, мужайтесь, капитан. Счастлив отец такого героя. А кто этот герой?
Кто бы он ни был, дочка, это очень близкий нам человек. Батальон ждет дальнейших распоряжений. Батальон идет на запад.